хотелось бы предупредить прежде всего наших предпринимателей о том, что есть такое постановление, которое запрещает ввоз и оборот данной продукции. Еще раз напомню, детские молочные смеси и спортивные протеиновые добавки. И напитки данной фирмы «Флорента», Новая Зеландия. То есть, если будет такая продукция, то они могут поставить нас в известность о том, чтобы мы провели исследование, вдруг какие-то там, где-то какие-то склады бывают, и воздержались от реализации данного товара населению. Потом хотелось бы предупредить наших молодых мам, прежде всего, значит, чтобы они, покупая сухое молоко, молочные детские смеси для своих маленьких деток, чтобы они обращали внимание, какую продукцию они покупают. И если они обнаружат опять-таки данную продукцию где-то в торговой сети, пожалуйста, можно обратиться к нам в департамент госсанэпиднадзора по городу Алматы по телефону 382-36-17. Это мой прямой телефон. И, значит, наша приемная 382-35-15. Это приемная департамента. И в любом случае сказать, что там-то мы видели такую-то продукцию, мы сразу выйдем, сразу отберем ее на исследование. Просто вот такая просьба к нашим мамам. И опять-таки просьба руководителям оптовых аптечных сетей, потому что детское питание нередко завозится и хранится на оптовых фармацевтических складах, там, где лекарства всевозможные хранятся. То же самое относится и к спортивным протеиновым добавкам. То есть это как спортивное питание, как диетическое питание, оно тоже может там храниться. То есть если у вас будут такие факты обнаружения данной продукции, пожалуйста, можете обращаться в департамент госсанэпиднадзора.